Все заменяется спецэффектами, вообще все. Теперь никто не будет специально строить здание Cyberdyne Systems, чтобы его взорвать. Будут скорее нарисуют на компьютере его там или так далее. Сейчас даже внутреннее убранство, то есть весь фильм снимается, грубо говоря, в одном павильоне на зеленке. Никто Да, никуда так и не... есть. Ну, это просто отстойно смотрится, грубо говоря. Я уже писал свое мнение, это все равно, что Титаник снова переснять, но если тогда его реально построили, этот Титаник, и модель спустили в огромный...